Яркая идея возникла у самарских хранителей книг. Интерактивную ярмарку с таким названием провели перед входом в областную научную библиотеку. В акции приняли участие более 400 специалистов. Как привлечь молодежь в читальные залы? Над этим вопросом ломали голову участники конкурса проектов. Победитель получит 50 тысяч рублей. Всего на суд жюри представили более 30 вариантов нового имиджа библиотеки. У нас работает клуб интеллектуальных игр. У нас разные молодежные объединения психологического плана. Клуб читающей молодежи. Сейчас открылся киноклуб. Это все привлекает современную молодежь. Поэтому у нас каждый вечер очень много молодежи, и они находят место общения, досуга в нашей библиотеке.